Здравствуйте, друзья. Небольшой анонсмент. Сегодня 28 апреля 2017 года, пятница вот у нас тут. И в понедельник утром, это будет где-нибудь 11 утра у нас тут, и это будет в понедельник 9 вечера по Москве. У вас там, вот если вы нас слушаете оттуда, смотрите, у нас будет прямая трансляция в Ютубе. Приедет Светлана Каф, иммиграционный адвокат, для тех, кто не знает. Светлана Каф и ее команда. И у нас как бы основная тема, ну такая главная тема, это, конечно, вот то, что будет на следующий день с розыгрышем грин-карт лотереи. Но будет еще подробный рассказ о визе, ну, о грин-карте для людей с неординарными способностями. Еще кое-чего тоже будет, как бы из возможностей, которые есть в иммиграции. И, соответственно, мы будем, значит, на прямой линии, вы сможете задавать вопросы. Вы, в принципе, можете задавать вопросы, и сейчас я как бы приглашаю вас задавать вопросы в комментариях к этому анонсменту. Но, в общем-то, у нас есть некоторая повестка дня, и если у вас есть вопросы за пределами повестки дня, то не страшно. Значит, мы попробуем ответить, если удастся. Я просто знаю, что вопросов обычно много, и там нужно несколько часов, чтобы на них ответить. Так что задавайте. Все, что мы сможем ответить в прямом эфире, значит, мы ответим. Но, в общем-то, имейте в виду, что будут еще вопросы в самом этом прямом эфире. И вот это соотношение того, что спрошено заранее, и того, что будет спрошено в прямом эфире, и соотношение еще с тем, что хочется рассказать самой Светлане, значит, помимо конкретно там лотереи или помимо текущих вопросов, которые там у людей есть, независимо от заданной темы. В общем, мы попробуем все это скомбинировать с какими-то приоритетами, которые у нас там, естественно, тоже есть. Спасибо большое и до встречи в прямом эфире по московскому времени 9 часов вечера, понедельник, 1 мая. Счастливо!